Здравствуйте, любители гармоники! С вами вновь Павел Ханов. Вот как раз вы меня видите на обложке нового сборника издательства «Фаина», автора Евгения Дербенко. Сборник называется «Концертные обработки номер 3». Это уже такие серьезные ноты для профессиональных гармонистов, либо для любителей, но с очень хорошей подготовкой. Здесь вот я прям покажу, какие есть пьесы, и вы увидите уровень в нотах, да? Вот фантазии на тему песен Соловьева-Седова. Все известные мелодии, хитовые. Вот, сразу можете оценить уровень сложности произведения, да? Дальше мультфантазия на тему песен Шаинского, да? Из всех известных мультфильмов, там «Тили-тили-тролливали» и так далее. Вот. Дальше листаем, мы видим, «Новогодний экспромт». Это есть в моем репертуаре. Кстати, здесь 5 композиций, и из этих 5 только одна в моем репертуаре пьеса, это вот эта. Это под Новый год будете играть замечательно, если, конечно, разберете. «Экспромт» состоит из 3 мелодий: «В лесу родилась елочка», «Маленькие елочки», «Холодно зимой» и «Джингл Беллс». Я играю это с аранжировкой. Дальше идет «Осенняя фантазия» на тему песен Пономаренко. Вот эти ноты. Мне, кстати, так как я на обложке, придется все это выучить. Как раз хочу начать с «Яблочка». Вот. Все наверняка, ну не все, так большинство видели, как это «Яблочко», эту обработку Евгения Дербенко виртуозно исполняет Михаил Морозов. Так что, если вам нравится эта обработка, смело ее разучивайте. И вот в конце содержания. Если хотите приобрести этот сборничек замечательный, то контакты вы увидите под этим видео. Ну а если захотите позвонить по телефону, а не писать на электронную почту, тогда звоните +7 926 412 18 49. А сзади тут как раз на обложке вы видите, какие другие сборники есть у издательства «Фаина». И в принципе все эти сборники, кроме вот этого, это первая часть концертных обработок. Вот это вторая часть, ну и третья, вот она. Все эти сборники, кроме одного, есть у меня в наличии. Так что звоните, пишите.